Ян, ты что делаешь? Ну, как видишь. Ян, ты что, уходишь, что ли? Нет. В смысле, что происходит? Поговори со мной, да, пожалуйста. Да отстань! Что там, Лёша! Ян! Тебя зовут, не слышишь? Ян, да слышу я. Подожди. Сынок, вода выкипит. Вода выкипит, не ясно, да, блин, что ли? Да блин, пофигу мне на воду, скажи, что происходит, да вообще? Да мне не пофиг, что мой ребенок, что наш ребенок будет всегда на втором месте после твоей матери. Она вас искала. Ян, да нормально все будет. Поверь мне, пожалуйста. Не уходи только, Ян. Ян, ну пожалуйста. Я люблю тебя, слышишь? Да ты меня достал! Лёша, сынок, вода выкипит. Ян, ну что мне сделать? Да который раз уже говорю! Лёша! Блин, что там происходит, а? Давай, иди, а то не успеешь! Мам! Мам, ну куда ты лезешь-то без меня? Дай мне, я уберу... Да я сам уберу всё. Кто просил-то тебя? Так они сварились, я тебя зову, а ты не слышишь. Обожглась? Да нет. Слышу, я просто с Яной говорил. Ян! Сейчас я... Ян! Ян! Чё, Яна, кричи, мама! Стой, пожалуйста, остановись. Да отстань! Слушай меня! Я найду себе нормального мужика, и он будет меня ценить! Мам, нам надо поговорить. Давай поговорим. Короче, у нас с Яной будет ребенок. Блин, я не смогу больше за тобой ухаживать, ходить, потому что мне надо за ребенком как бы коляску, не коляску купить. А я между вами не смогу разорваться. Сынок, ты о чем сейчас? Ну не сможешь, я попрошу соседку, она придет, поможет, Лёш. Какую соседку, мама, какую соседку? Она придет один раз, потом у нее времени не будет. Что ты будешь тут делать одна? Лёша. Мама, просто пойми, так всем будет лучше. За тобой ухаживать буду, там, время уделять. И я семью смогу нормальную построить. Я обещаю потом, как все мы дела свои наладим, я тебя заберу обязательно. Будешь с внуком водиться, мам. Нормально все будет. Ладно.
Здравствуйте. Тихомирова? Да. Располагайтесь. Ужин через 2 часа. Ян, привет, я все... Нет, как-то сразу надо. Ян, привет, я все см... Нет, как-то не так. Не так надо. Ян, привет. Как у тебя... Да нет. Ян, привет. Слушай, я... Я хотел извиниться за то... перед тобой за... Перед тобой за прошлый раз... Да, что, ну что, я повел себя как бы так некрасиво. Да. В общем, я решил проблему с мамой. И она теперь... и мы теперь сможем жить вместе, как раньше. И времени у нас теперь будет, правда, и ты, и я, и ребенок. Да, да, правда, я тоже тебя люблю вообще. Так, да, я целую тебя. Целую вообще, я, блин, не знаю, расцелую при встрече. Фух, все, сейчас так скажу, так, так. Извиняюсь, целую. Эй. Че это? Алло. Это кто? Я его не знаю. Чё, блин, берега попутал, что ли? Точно?
Да. Здравствуйте, сержант полиции УВД Заречный Цветкова Анастасия. Можете предъявить ваши документы. Вставайте, вставайте. Ой, спасибо. Спасибо. Кепку, кепку. За кепку тоже спасибо. Это, извините, что... Запачкались. Да нет, это я. Просто никогда под ноги не смотрю. Да всякое бывает, ничего страшного. А вас, кстати, как зовут? Настя, а вас? Меня Алекс. Ну, можно Лёша просто. Ну, приятно познакомиться, Лёша. Мне тоже. А вы по общению, ну, как человек обычный. Я думал, по-другому общаются сотрудники. Да? Но мы же все обычные люди. И, как говорится, за каждым человеком нужно смотреть внимательней. Я так же считаю. Даже. Дождь вроде сейчас начнется. Может, пойдем под дерево встанем? Смотрите, какие тучи надвигаются. Давайте его. Так-то лучше. Ну, так-то да. Да. Хорошо, я должен быстро пройти. Я надеюсь, что он быстро пойдет. Свой.
Можно? Минуточку. Только недолго. Хорошо. Так, Алексей Тихомиров. Настя. Вы? Мальчик мой, сыночек мой, как же я по тебе скучаю, как же я хочу увидеть тебя, как у тебя дела, я надеюсь, у тебя все хорошо. Молодой человек, а вы кому? А я к маме. Мама ваша кто? Тихомирова. В пятую проходите. Все, спасибо. Это чё? Это чё? Чё? А, извините. Тут весело, с утра пирогами накормили. Три дня на дня рождения отвечаю. Мальчик мой, маленький мой, мальчик мой, мама. Мама. Лёша, Лёшка, сыночек. Прости меня, пожалуйста, прости меня, пожалуйста. Мальчик мой, как же я рада тебя видеть! Мама, прости меня, пожалуйста! Ты пришел, ты пришел, я рада! Мама, прости меня! Я так ждала тебя, сыночек! Как же я тебя ждала! Мама, прости, просто прости меня, пожалуйста! Я тебя дебил, я дурак был! Нет, прости, прощение, Лёша! Пойдем домой! Лёша! Ну как я пойду? Я за тобой приехал. Лёшка. Мам, я без тебя не вернусь. Лёшка, мы домой. Правда, мы домой. Мы домой, Лёша. Лёша, мы домой. Хорошо, все, сынок. Дома. Тихонько, тихонько, тихонько. Все, сыночка. Ой, здравствуйте. Я Настя. Мама, знакомься. Здравствуй, Настя. Ой, вы не смотрите. Я просто не успела чуть-чуть. Вот, вы так неожиданно приехали, что я даже не ожидала. Ладно, пошлите в комнату. Я чуть-чуть у вас похозяйничала, на стол накрыла. Очень сильно старалась, надеюсь, вам понравится. Красиво, умничка. Спасибо большое. Ой, у меня ж там пирог. Давай. Я чуть попозже подойду. Еще и пирог. Вот-вот.
Настя. Угу. Нравится? Угу. Я так рада за тебя, сынок. Лёш, можно тебя на минуту? Да. Сейчас я приду. С чем пирог? С ягодами. С какими? Вкусными. А ты ничего не хочешь мне объяснить? Про маму. Настя, видишь? Мама, она у меня одна осталась. И я ее очень люблю, как и тебя. И просто я боялся, что когда я вас познакомлю, что-то может пойти не так, и испугаешься. Все хорошо, ты что? Правда? Конечно, ну кто подумал так? Просто нужно было меня заранее предупредить. Всё нормально. Я просто, видимо, сам себе накрутил что-то и... Все в порядке. И мама у тебя прекрасная. Я обязательно с ней подружусь. Хотя бы постараюсь. Да вы подружитесь точно. А вот и мы. А я вас уже заждалась. С чем пирог? С вишней. Люблю пироги с вишней. Вот как я угадала. Да. Наверное, сама вишенку любишь. Да. Видишь, как у нас, сынок, много общего. Рассказывайте, как познакомились? Очень при веселых обстоятельствах. Просто да. В луже вместе искупались. Вдвоем? Представляете? Ну вы даете. Правда? Вы все снимали это, что ли? Такое знакомство, конечно. Дальше сами. Стоп! 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 Снято! Ребят! Собираемся. Плохо получилось, да? Мне понравилось. Микрофоны не забудь. Пошли перекусим. Так уже нет ничего. У них же салат есть. Да не будем заходить. Пускай общаются. Сань, пойдем домой. Thank you.